Сейчас в условиях сохраняющейся угрозы коронавируса, тем не менее, представляется возможным приступать к определенным облегчениям в том, что касается соблюдения всех мер предосторожности, с тем, чтобы не подвергать опасности здоровья всех людей. Приняты важные решения, которые пока еще не ведут к полному открытию границ, но тем не менее уже целому ряду категорий граждан, это касается и граждан России, и граждан Эстонии, облегчается возможность при пересечении нашей совместной границы. Это касается и тех, кто едет на работу, кто едет на учебу, кто должен пройти курс лечения. И я повторяю, что это еще не окончательное преодоление всех тех опасностей, всех тех рисков, которые связаны с таким опасным заболеванием, как коронавирус. Но тем не менее, мы идем по этому пути. И очень хотелось бы верить, что следствием этих мер станет в недалеком будущем и полное открытие наших границ, полное восстановление возможностей беспрепятственно ездить друг к другу.